Депутаты горсовета предложили не вводить паспорта для фасадов зданий Красноярска. Часть народных избранников уверена, пользы от этих документов пока никакой. Горожане впустую тратят на них деньги. Минимальная цена за многоэтажку около 30 тысяч рублей. Напомню, паспортизацию ввели в апреле этого года. Она должна была помочь навести порядок в городе перед универсиадой. Однако сегодня в Красноярске подобные документы есть только у 120 домов. По мнению городских депутатов, алгоритм получения паспортов нужно дорабатывать. Как минимум стоит ввести счет. Критерии оценки, на основе которых здание может или тот не может получить документ. В том, что даже вот я делал запрос самой, получил ответ, что именно в тот день, когда я запрос написал, размещен заказ на изготовление вот этих паспортов. Ну, я так понимаю, это случайно было, безусловно, но это к тому, что за 9 месяцев темп изготовления и утверждения паспортов, он на таком низком качестве, что к рассмотрению, ну, к универсиаде у нас не будет и половины этих паспортов. Отменят все-таки паспорта фасадов или нет, станет известно уже 18 декабря на очередной сессии депутатов городского совета.